И привет, мои видеозрители, тот, кто прежде попал на это видео, с вами Олег, и сегодня я вам покажу, как же сделать, точнее, как же вывести PNG в формат ико. То есть, бывало такое у многих людей, то, что просто не находили иконку какую-нибудь нормальную для того, чтобы создать, и как-то приходилось выкручиваться и смотреть всякие видео. В общем-то, это видео будет точно уже решаемым. Ну, в общем-то, давайте, например, зайдем на популярный сайт iconfinder.com и здесь поищем иконку, например, тик-так-той, то есть крестики-нолики. Видите? Всего лишь две иконки. Одна нормальная покупается, но никто не будет покупать какую-то там маленькую иконку за $1. Ну, это же фигня. И вот такая вот бесплатная иконка, но это разве похоже на крестики-нолики? Это какая-то фигня, а не крестики-нолики. Ну, что это такое? И она еще и в иконе качается. В общем-то, вы качаете вот такую вот папочку с приложением. И да, кстати, многие уже пытались это все делать через Paint. То есть давайте какую-нибудь картинку скачаем. Так, давайте на Яндекс. Зайдем в картинки. И введем здесь. Да ё-моё. Крестики-нолики. Так, давайте найдем какую-нибудь подходящую иконку. Вот, например, иконка хорошая. Давайте открываем ее, сохраняем. Наверное, все уже знают, как это сохранять. Как сохранять картинки. Вот, многие запускали Paint. Вот так тут перекидывали изображение. Нажимали файл сохранить как. И писали просто вот здесь вот формат ико. Ой. Ико. Нажимали сохранить, окей. И смотрите, да, он как бы создался в формате ико, но вот это что такое? Оно разве должно быть таким большим? Таким огромным? Так что самый быстрый способ — это через вот эту программку. Ну, конечно, через Paint можно это все сделать. Только потом придется еще все подрабатывать там. Стирать вот эти вот беленькие, чтобы не мешали. А то будет иконка такая квадратная вообще. Что это такое? Короче, очень долго это все будет. И это надо реально умение иметь. Ну а вот самый быстрый способ. Давайте удалим это. Самый быстрый способ. Вот, открываем папочку, которую я вам скину в описании. Скачайте с Яндекс диска. Открывайте Ableton, вот этот, программку. И перекидывайте вот сюда вот файл JPG либо PNG. Также можно и из ико в PNG делать. Ну давайте кидаем сюда. И вот создал сразу и файл PNG, и файлы ико. Ну, давайте перенесем вот так тут. Оп. Все, видите, какой маленький. Также без вот этих вот маленьких беленьких штучек, которые не надо ничего стирать тут. Все, можем закрыть. У него такой дизайн под как там Mac OS, или как там, я забыл, как там называется эта операционная система. В общем-то, вот, все быстро и просто. Ссылка будет в описании на эту программу. Ну а с вами был Олег. Блин. Че я так путаюсь-то? Какой Олег? Ну а с вами был Зеуплей. Всем надеюсь, встреч. Всем пока-пока.